Итак, значит, давай зайдем, экран видно, заходим на твой канал, посмотрим, в каком виде он сейчас. Да, то есть вот смотрите, мы сейчас видим то, как канал выглядит, ну, можно сказать, на самом старте. Нажми, пожалуйста, кнопочку M, то есть твою аватарку вот на самом верху. Да-да-да. Тут или тут? Ну, в правом верхнем углу, да, где аккаунт, и нажми «Мой канал». То есть мы сейчас посмотрим, как выглядит канал новый, не оформленный. Да, то есть вот, смотрите. Ну, кстати, я вижу, ты какую-то картинку уже загружала, да? Я загрузила, просто с компьютера нашла картинку. Ну, я понял, да. То есть, в принципе, ну, какая-то тут эта няшка там, какая-то котяшка там по небу летит с радужным тут этим флагом. Ну, согласитесь, явно канал не про бизнес, да? То есть, смотрите, опять-таки, вот когда, если уж мы ведем, такое оформление вполне подошло бы, например, детскому какому-нибудь каналу, развлекательному и так далее. Вот. Но раз уж мы говорим про деньги, канал должен быть, соответственно, про деньги. Раз канал называется Money Today, деньги сегодня, да, то нам нужно вот сделать оформление такое, чтобы оно именно воспринималось, соответствовало. Это как раз и есть брендинг. И вот давайте займемся. Так, значит, возвращаемся теперь вот туда, где ты была, то есть это в настройки канала. Да, творческая студия YouTube. Значит, соответственно, вот где волшебная палочка настройки канала слева? Ниже. Да, брендинг. То есть оформление меняется вот здесь, в этом разделе. Значит, смотрите, какие нам нужны элементы для оформления канала. Во-первых, нам нужно фото профиля. Во-вторых, нам нужен баннер. Это вот как раз большая картинка, которая над всем каналом как бы видна. И тоже еще желательно логотип канала иметь. Вот. Ну, давайте, значит, займемся. А вот есть программа, соответственно, Canva. Заходим в нее. Так, и для начала. Да, значит, в программе Canva, то есть я и сам, если честно, не пользуюсь, я пользуюсь Photoshop, но, в принципе, у всех редакторов принцип «запись будет», да. Мы это специально делаем как инструкцию. То есть мы сейчас то, что вот мы делаем, мы это запишем, выложим, и это будет инструкция для новых участников. То есть, значит, давай зайдем в раздел «Шаблоны», и нас интересуют шаблоны для YouTube. Вот, да. То есть, я так понимаю, в Canva можно зарегистрироваться бесплатно. Там есть, значит, есть вариант платный, но для наших задач бесплатного варианта вполне достаточно. То есть, пишем прямо YouTube в поиске. Желательно прямо на английском пиши. Сейчас, секундочку. Да. Переключаем на английский, пишем YouTube. Вот. И он, соответственно, видите, он сразу показывает именно все, что относится к YouTube. Нам, еще раз, нам нужно что? Нам нужно вот этот... На украинском. Да, ну, получается, по-русски это баннер вот этот наверху. Uh-huh. Давай, нажимай обкладинка. Так, вот. И, соответственно, нам программа Canva предлагает разные варианты. Вот. Соответственно, так, у тебя, напомни, Money Today ты выбрал название, да? То есть вот наша задача сейчас именно выбрать какое-нибудь оформление, которое соответствовало бы тематике канала, что-то вот такое связанное с заработком, там, с деньгами и так далее. Тут уже на твой вкус, как говорится. Ну, пока с деньгами я вчера нашла, там уже попробовала, не получилось, но у меня... То есть в Canva хорошо именно что, что здесь не надо придумывать что-то с нуля. Здесь огромный выбор уже готовых шаблонов на разные. А вот можно будет поменять или попробовать? Да, да, можно поменять. То есть открываю, да? Да, пожалуйста, тех ревью, да. То есть, значит, мы видим, ну, вот такой шаблон.
Давай, знаешь, посмотрим несколько вариантов. Вот я что, этот не закрывай пока. То есть, в принципе, название слова tech намекает, что это что-то связано с техникой, компьютерами и так далее. Выглядит круто. Не кусай. У них причины кусать нема. Они кусают тогда, когда защищают. Так, ага, друзья, микрофоны, пожалуйста, выключайте. Так, то есть выглядит солидно, не спорю. Давай еще посмотрим. Ну вот это ничего. Если честно, все-таки это вот игровой, gaming time. То есть это игровой. Тут название больше... ж можно поменять, если что, вдруг. Это понятно, но... не ну, очень. Еще несколько вариантов. То есть да, нас же никто никуда не гонит. Нет. Вот. Посмотри сама, что тебе нравится. Как говорится, что на тебя смотрит? Какой вариант? А, это Андрей выставил себя. Вот да, это вот уже Андрей использовал. Угу. Да. Смотри, подожди, а прокрути внизу, не, там есть ключевые слова. Нет ли там ключевых слов? Тут в основном именно игры. Да, давай попробуем ввести слово «money». Может быть, он нам покажет. А где можно ввести? А давай поищем. То есть, значит, вот это закрой. Так, и наверх обратно прокрути. Так, и давай смотреть, есть ли здесь куда-то, где ввести слово так, ну, именно нет. Куда нет. Ввести ключевые пробовала. Слова. Я вот пока не вижу. И я не вижу. Ну, по идее, конечно, они должны, должен быть какой-то поиск. Ну, пока поиска не вижу, да. Хотя вот есть ключевые слова. А знаешь что, попробуй, вот где у нас написано баннер YouTube наверху в поиске, попробуй еще деньги добавить. Money прям по-английски напиши. Да, money. Так. Модерн. Ну, нет, это не то. Он сейчас нас будет, видимо, искать в конве. То есть нас, наверное, выкинет с этой страницы. Ладно, хорошо. Давай сделаем тогда. Просто опять листай, как ты делала. Листай и выбирай то, что вот, ну, тебе нравится. Потом, опять же, можно поменять. Понимаете, при дальнейшем развитии канала, если вы... Сейчас мы просто тренируемся, да? То есть надо с чего-то начинать. Но это все игровые, как бы, получается. Ну, да, хорошо. В принципе, даже вот то, что ты показывал, Gaming Time, даже его можно использовать. Я поняла. Сейчас, секунду. Может, это все-таки я еще найду. Нет, это не очень... Андрей, я извиняюсь, хотел бы еще добавить, там, получается, вверху есть, как говорится, фильтр, потому что здесь и платные, и на Pro-версии. Лучше бы, конечно, было бы сразу выбрать бесплатный, чтобы только показывал. А где, подскажи, вверху, мы сразу вверху, будем вверху. Знать, где этот фильтр. Где вверху, подскажи. Вверху, листаем вверх. И вот, видите, бескоштовнее то платнее, вот слева, ой, выше. Выше, подними чуть-чуть выше. Вот. А, слева, там, я вижу, да, без ниже чуть-чуть. Слева чуть-чуть ниже. Слева. Вот, да. Да, то есть, соответственно, правильно, то есть нам нужно сразу выбрать бесплатные шаблоны, чтобы нам не надо было платить. Угу. Ну, вот этот я выбрала, техника, трайп. Ну, хорошо, давай. Ну, вот еще такое. Давай, да. Выбираем его, значит, тут все такое. Или этот, или вот тот тег-ревью, который ты вначале выбрала. Смотри, какой тебе больше если нравится. Если он есть бесплатный, есть. Ну, мне вот этот техник-ревью что-то больше. Хорошо, без проблем. Как говорится, хозяин-барин. А, это, скорее всего, этот про. Разве? Да, вон там. Понял. Наверху видишь пометка Pro, то есть, видимо, он относится к платным вариантам. Понятно. То есть самые крутые дизайны платные, понятно. Ясно. Хорошо, а если вот этот выбрать? Слушай, подожди, но мне странно, в фильтре же мы показали, ну, выбрали, чтобы он показывал только бесплатные варианты. Зачем он нам платные тогда показывает? Так, я тоже не могу понять, почему, потому что вот я вижу обратно. Вот еще есть интересные значки тут. Давай попробуем, давай. Нет, это нормально. Да, этот, похоже, бесплатно. Хорошо. Значит, нажимаем вот эту фиолетовую кнопку. Налаштоватый, да? Ну, по-русски это как? Применить его? Настроить. Хорошо. Давай смотреть.
Так, отлично. То есть, смотрите, мы выбрали шаблон, и сейчас наша задача изменить вот эти надписи в соответствии, ну, с нашим каналом. То есть, а покрупнее можешь как-то сделать? Там должна быть вот внизу, видишь, там масштаб есть такая специальная. Да, двигай его, во-во-во. Все, у тебя Money Today название канала, да? Да. Все, да. Давай, значит, нажимай вот где написано страйкер, вот это, да-да-да. И начинай, начинай писать. Единственное, знаешь, я бы не стал убирать, ты, видимо, вообще его удалила, да? Отмени операцию, то есть можно было просто менять эти надписи. Отмени. Подожди, как отменить что-то? Отменить. Обычно Ctrl-Z на клавиатуре. Слева вверху стрелочка. Вон на голубом фоне наверху стрелочка назад, да. Вот. Нажми два раза на эту надпись и вместо английских букв пиши там, ну, название своего канала. Да. Там Money, как Money Today, да? Money, да. Money, да. Today. Today. Угу. Отлично. Так, немножко надо рамочку растянуть вправо, чтобы оба слова в одну строчку были. Ага. Во, отлично. Так, немножко сдвинь влево, чтобы он был ближе вот к этой красной штучке. Не знаю, как ее назвать. Оформлению. Да-да-да-да-да. Вот. Так, и вот на красном фоне есть еще надпись. Это типа «О чем канал?». Вот подумай. Здесь можно, я так понимаю, на русском писать, чтобы, ну, не подумали, что это канал англоязычный. Там что-нибудь на тему, там, канал, там, про заработок или про инвестиции. Ну, подумай, что хочешь. Современный канал про инвестиции нет. Ну, смотри, чтобы по длине было не сильно длинно. Я что-то не два раза нажала, по-моему, один, нам что-то изменить. О. Ну, смотрите, можно использовать то же самое, что и Андрей говорит, типа там честные обзоры, там, типа такого. Ну, понимаешь, должна быть какая-то индивидуальность. У Андрея одно, у меня должно быть что-то другое. Надо людей цеплять. Ну да, чтобы каналы не выглядели как инкубаторские у всех там одинаковые. Да. То есть, получается, я здесь пишу уже на русском, получается. Я думаю, да, без проблем. Можно написать коротко «деньги на каждый день» или «как заработать». Можно. Хороший, кстати, вариант. «Деньги на каждый день», да. «Money Today» соответствует названию, да. Опять же, понимаешь, Ольга, если, ну, тебе потом идея лучше придет, да без проблем поменяешь. Можно поменять, правда. Конечно, конечно, да. Я же говорю. Значит, я пишу «деньги сегодня» крупными буквами, да, пишу? Да. Но, видишь, с другой стороны, деньги сегодня намекают на то, что ты кому-то там деньги раздаешь. То есть, может быть, чтобы не получилось ложных ожиданий каких-то, что ты тут спонсируешь народ. Да, может быть такое. Так, нет, деньги сегодня. Это, знаешь, это такой лозунг хорошо подходит для микрофинансовых организаций, которые там под бешеные проценты там, кредиты народу раздают. Создайте себе доход. Нет, первый вариант ты неплохой сказал. Я уже забыл, что ты сказал. Деньги на каждый день. Деньги на каждый день? Ну да. Можно без «на». Деньги каждый день. Заходите на канал Кольги, и она каждому будет деньги выдавать. Ну тоже получается, что раздача какая-то. Не, мне кажется, на каждый как раз нормально. То есть он не намекает, что ты как бы раздаешь прямо. Да, деньги на каждый день. Каждый день, да? Вот. Да, все нормально. Я еще раз говорю, если придумаешь потом там осенит тебя озарение, то потом поменяешь. Хорошо. Окей. Все. То есть, ну, по-моему, тут больше... Уменьшить немножко. Что? Уменьшить немножечко, потому мне кажется, длинная эта строчка красная. Global Star Club. Возможности безграничны. На надпись. А прямоугольник, он как бы находится за надписью. Значит, да, надо нажать именно на прямоугольник и его уменьшать. Да-да-да. Вот. То есть все, я так понимаю, все элементы здесь можно двигать, там, уменьшать, увеличивать. Это практически как Photoshop, только бесплатный.
Вот. Ага. Значит так, теперь, ну, в принципе, все нормально. Давай уменьшим масштаб, чтобы мы целиком твой шаблон посмотрели. Вот. Ну, по-моему, нормально. Выглядит все профессионально. Мне и вот кажется, вчера, как... даже не надо менять цвета названия. Ну, белый подходит, да? Белый, красный, черный. Смотри, чтобы тебя этот Телеграм не отвлекал, выключи ты его на этот час, пока мы созваниваемся. У тебя постоянно что-то там мелькает. Выруби его, и все, и не будет ничего всплывать. А он мне все равно будет отвечать. Так, нет, его на... Я в своем Телеграме вообще сделал настройки, чтобы у меня никаких уведомлений не всплывало, и все. А и... где это сделать? Давай я быстренько. Ну, иди в настройки. Да, сейчас, подожди. По-моему, вот настройки чатов. Иди, настройки чатов. Так, и вон там внизу где-то ниже. Так, редактировать еще ниже. А если немножко назад вернуться, там было уведомление и звуки. Да. Может быть, я неправильно. Вернись назад. Может быть, это не в настройках чатах, а в другом месте. Вот чуть-чуть выше. Уведомления. Уведомления и звуки, да. Да, что отключить? А, уведомления на рабочем столе. Да, вот их отключаешь, и все. Все. Ой, как хорошо. Реально, они мне тоже иногда мешают. Ну, вот. Все, я сохранить должна еще, наверное. По-моему, нет. По-моему, он уже все запомнил. Закрывай просто, и все. Есть. Так, ну вот смотрите, то есть мы сделали шаблон баннера, и сейчас нам наша задача его поставить как раз на наш YouTube-канал. Нажимаем кнопку справа, там, поделиться, выбираем, значит, внизу, скачать. Внизу, так, а он секунду, большой. Вот смотри. Да-да-да, смотрите, нам важно сделать, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые требует YouTube. Давайте еще раз вернемся. Вот у тебя YouTube-канал открыт там, да. Да. Идем сюда и вот смотрим, какой здесь. 2048 пикселей на 1152. Да-да-да. Вот давай, значит, попробуем, чтобы наш баннер соответствовал этим требованиям. Ой, нет, да, это можно закрывать. Да-да-да. Да. Так, а как вот тут да. Сделать? Двигай, она... двигай вот эту штучку. Она не двигается. Не двигается? Так, секунду. Там мы, значит, что-то не выбрали еще. Вернись наверх. Это закрой. Это, да, это реклама. Еще раз. Поделиться? Не-не-не. Поделиться. Скачать. Так. И тут просто на украинском. Я украинского не знаю. Скачать больше написано. А брехты, это потом редактировать, может быть, надо будет. Ну вот скачать, допустим, да, я нажимаю. И видишь, она тут не двигается ничего. Сберегти параметры. А если я сберегу, будет то же самое получается. Может, его надо будет еще в редакторе делать отдельно. Почему-то не получается. Я почему не смогла... А, смотри, смотри. Я, короче, понял. Это хитрые жуки, создатели этой программы. Видишь, у них многие функции платные. То есть, видишь, у них справа корона нарисована. Да, я вижу. Это для про-версии. То есть, я так полагаю, что если кто-то хочет разрешение больше, чем это уже в платной версии. То есть, сейчас ты максимум можешь только сохранить вот в этой версии. Ну, в принципе, я думаю, и она пойдет нормально. Формат можно оставлять PNG. Значит, все, видишь, файл скачался сейчас тебе на компьютер. Сохрани его где-то на рабочем столе или где там ты обычно сохраняешь. Я в папке, допустим, сейчас сохраню. Где хочешь, где хочешь. Главное, чтобы ты не забыла, где сохранилось. Все, идем теперь. Ну, можешь, кстати, нажать и открыть. Да, лучше я его сейчас выведу на рабочий. Ну, да, вот выглядит вот так. Хорошо. Все, нормально. Закрывай. Он на этот. Полюбовались. Идешь теперь на YouTube, соответственно. Uh-huh. Опять настройки канала и в графе, да, изменить. Вот там у тебя был этот баннер детский, а мы сейчас заменим вот на тем баннером, который мы сейчас сделали. Открыть. Видишь? Да. Все, видишь? А, можно его поставить, видишь? В принципе, эти шарики не меняют. Да, да, о чем я и говорю. То есть, ну, то, что разрешение немножко меньше, чем хочет YouTube, ничего страшного, он подойдет, да. То есть в конве... Все, нажимаешь «Готово». Опубликовать. Вот он даже поменялся. «Опубликовать». Отлично.
села. Все, теперь, значит, можешь теперь опять зайти на главную страницу своего канала, полюбоваться, как он выглядит. То есть нажимаешь сюда, мой канал. Вот. Вот. То есть вот так вот выглядит. Вот, получилось отлично. Да. Все, уже, другое дело. Уже, еще, знаешь, что, наверное, зависит от картинки, потому что я неправильно картинку. Здесь можно было, видишь, оно вот это поуходило, и в принципе оно подошло. А я другую картинку выбрала, и там оно никак не вписывалось. Вот там, видишь, ты, вот твоя картинка, она еще, видимо, небольшого разрешения была. И, да. Ну, качество не очень, то есть... Видно было, что она такая растянутая. Так, смотрите. То есть мы вот это сделали, а нам еще надо сделать аватарку. Вот где написано Money Today слева, да? Видите, у нас просто M на зеленом фоне. А нам надо сделать что-то поинтереснее. Нет, сюда не надо нажимать. Возвращаемся опять в канву. А, в канву, да? Канву, да. Ага. И теперь нам надо, значит, делать... Это закрой, чтобы они тебя не мешали эти. Шаблоны. Ну, я имею в виду лишние шаблоны. Так. Все. И вот теперь опять набери на YouTube, вот как мы в поиске делали. Угу. Только нам нужен уже не, как он называется, вернись, пожалуйста, на канал YouTube, чтобы точно знать, как это называется по-ютубовски. Опять в творческую студию. А, в творческую студию. Ага. Да. В уголочке вот эта штучка, что как она, я тоже забыла. Да, опять в настройки канала, вот сюда. Так, и в брендинг, раздел брендинг, да. И там, вот смотри. Это логотип канала. Нет, это логотип, а выше вот смотри. Вот сюда загрузить надо. Первый самый в списке выше. Нет, вот. Выше. Это фото профиля. Да, фото профиля показывается рядом с вашими видео или комментариями. Рекомендуем использовать изображение не менее 98 пикселей. 98. Так, фото профиля. Так, так, так. А логотип канала показывается в правом нижнем углу проигрывателя при просмотре видео. Ну, хорошо. Значит, еще раз. Это фото профиля. Возвращаемся в канву. Угу. Опять пиши YouTube, соответственно. Не по-русски, да, по-английски. Но ты видишь, ты опять набрала обкладинка. А нам нужна не обкладинка. YouTube набери. Да. YouTube, миниатюра, вот, реклама, изображение. Вот, наверное, это называется миниатюра у них YouTube. Нажми, да. Нет. Там нет? Было написано изображение фото профиля. Там так и было написано. Ну, хорошо, я давай была. Попробуем. Так, где я была? Так, нет, YouTube набираем. Он. Третье. Профилю, изображение профиля. Хорошо, давай, выбирай. Так, вот они. Так. Так, ну тут ну, все... Да, тут можно свою фотографию, но я бы не хотела ее на такой канал ставить, свои фотографии, не смысла никак. А кого-то ставить фотографию тоже ни туда, ни сюда. Может быть, зайти в творческую студию и там посмотреть. Может, там что-то интереснее. Я не могу ничего... Понимаете, ребят, какой момент? Вот я что-то не уверен, что нам нужно именно это. Дело в том, что у Гугла там же есть еще аккаунт Google, и там действительно уместно поставить фотографию. А вот насколько уместно так, это реклама, здесь? Реклама, логотип. Логотип канала. Во. Давай. Нормально. Выбирай, что там на тебя смотрит. Там у тебя получается оформление красно-черное. Что-нибудь такое в таком стиле выбирай. В принципе, там... у тебя канал называется Money Today, то есть нам достаточно две буквы там поставить. Мы сейчас, знаешь, что выберем бесплатно. Что-нибудь с буквами. Песка, что мы выберем? Да. А теперь выбираю что-нибудь с буквами, да? Да. Ну, вот такого плана что-то черное. Ну, пожалуйста,
Давай. Нет, он не идет по этому. Сейчас. Вот это. Ну, таков есть. Бело-красное. Нет? Там выше было GM можно, там же цвета можно вот менять. Это, да? А, точно. Давай вот это. Давай, да. Хорошо. Налаштоватый, да? Да. Есть. Все, значит, также меняешь буквы на свои, то есть М, МТ получается у тебя. О, красота. Вот, и осталось там немножко фон, там буквы, наверное, сделать более красными, более ярко-красный. То есть это значит, вон, да, это как раз тут перекрашиваешь, во, и фон, поменять. То есть нажимай, нет, круг белый, наверное, оставить есть смысл, а вот розовый фон вот этот, нажимаешь его, выдели его сначала, да. Ой. Это нет, это, видимо, какое-то оформление еще дополнительное. Его, не знаю, наверное, можно удалить. Это даже не знаю, что это такое. Я не это сделала, а может быть, пока удалить, что-то я... Подожди. Вон наверху, да, удалить. Вон, третья кнопка сверху. Третья, а, да. Все. О. И меняй розовый фон. Вот. Радал, ну, изменить, да? Нет, цвета. Вон цвета слева. А, ага. Да, все, так, меняй, меняй. О, а. ну, тип того. Угу. Все, нажимаем, скачать. Угу. Стоп. Видишь, а он, как Андрей вчера говорил, видео MP4, а нам зачем видео? Нам видео не надо. То есть нам нужно, выбирай PNG, хотя на самом деле я и JPEG использую, ничего такого нет. Все, нажимай сохранить. Все, он тебе скачался, указывай опять, куда ты там хочешь его сохранить. Угу. Так, все, идем на канал YouTube и вот как раз сюда, да, нажимаем загрузить, указываем вот этот файл. Вон он в правом углу, да, у тебя. Все, да, готово. Все, опубликовать. Отлично. Так, и давай опять переходи. То есть, видите, сразу как только загрузили, появилась, значит, это уже аватарка кругленькая. И вот мы и переходим, и вот уже выглядит намного симпатичнее. То есть у нас теперь есть аватарка, есть, соответственно, мне эти. Нравится. Вообще, да. Вот смотри, зайди сейчас на канал к Андрею. Как у Андрея? Money Vision или как там у него называется? Money Vision, да. Да, набери в поиске Money Vision. Угу. Может, надо было в инкогнито сделать, не обязательно. Неважно. Так, вот, любой ролик его открывай. Просто привет, я хочу как раз посмотреть. Привет. То есть, вот, допустим, ты просматриваешь видео и напиши какой-нибудь комментарий под роликом Андрея. Там, отличное видео или что-нибудь там такое. Не по-русски пишу. Поменяла. Да. Ну, там, благодарю за ценную информацию, что-нибудь такое. Я что хочу показать там, ну, там восклицательный знак там можно. Ладно. То есть, смотрите, вот Ольга комментарий оставила, чуть-чуть ниже прокрути. Видите, ее комментарий сейчас уже прямо с ее логотипом МТ. И канал там называется Money Today. То есть человек, например, кликнет, вот сейчас кликни сама на название своего канала. То есть человек кликнет, перейдет на ее канал, а здесь уже, ну, все выглядит достойно, прилично. Осталось, как говорится, наполнить это материалом. Да. Вопросы есть? Да, еще у меня один вопросик. Можно я вот это вот еще попробовать сделать? Ну, и буквально 5 секунд. Я быстро постараюсь. Вот это вот, что мы... Сейчас, что я говорил ниже, которое еще.
брендинг, или это не обязательно будет тут? Давайте. Хорошего дня всем. Ага, хорошего дня. Ольге тоже спасибо за участие. Этот ролик, запись мы выложим, чтобы это было как инструкция для будущих участников, чтобы могли запись посмотреть и все сделать. Global Star Club. Возможности безграничные.